вечером автобусы давать, тоже руки она хорошо едет. А что делаешь ты? Ничего. Кормлю морковкой. Мне кажется, они тебя сейчас съедят тоже вместе с морковкой. Слышь, они с пола хорошо едят. Во. Ну а сейчас война начнется. Там только рядом косточка. Опа! Пускай учится, блин, офигеешь, что. На. Ну, рыбешка. Чистого снежка, конечно. Вообще. Вот так вот надо давать. У нас морковь осталась. Что-то она подгнивает. Вот мы. Ну да. Надо давать. Что-то погреб не справился. Да, нормально. Один погреб у нас не справился. Вообще все, пылесосы. Пускай жрут. Внутри прям рута вообще уже профессионально на этих стоит. Рута дойная, ей надо с утра и вечером давать вообще овощи. Цезарь, блин, за троих, блин, засранец. Козлина, да? Блин, пускай они едят козы, тебе-то зачем? Засранец такой, а? Ну, Цезарь же вечно продажный. Ему никто не нужен, главное козы. Ой, главное вкуснятина от людей. К нам, когда кто-нибудь приезжает, все, Цезарь. Как этот ходит, да? Как маленький хвостик. Вон еще сколько еды. Ну да, у нас тут апокалипсис, короче. Опять у нас тут прибавление дров теперь, да? В нашем хозяйстве. Забор сломали. О, доели, нет? Сейчас схожу. Схожу, покажу тут чуть-чуть. Че, Шмалька, обижают тебя, да, козы? Ой, весь участок вон заполонил тут у нас. Маленькие тоже хотят взять. Выпусти, ага. Весь участок вон у нас такой, весь заваленный теперь деревьями. Вчера приезжали, валили. Дерево до конца. Лестница сломалась, короче, вон даже вот она тут стоит напополам. Наверху была маленькая лестница, вон кусочек тоже торчит, сломалась. В итоге обе лестницы сломались, и вот эти вот три большие ветки остались пока что жить. Не сильно. Да, и козы теперь у нас вон кушают. Просто тоже нападают на эти веточки. У нас здесь конюшня будет, и козы у них. Поэтому вчера срубили дерево, оно очень большое было. Ну да, не знаю ему сколько, но он такой толстый, ему лет 100, блин, если. Ну хотя ивняк быстро растет, может, ну, поменьше. Ну опасно, в общем, у нас прям вот тут вот будет здание стоять. И прям страшновато что-то. Ну вот даже вот эта вот ветка, вон, она докуда дошла, а там уже будет здание. То есть мы боялись, что при сильных ветрах, когда, например, уже построим, просто эти ветки хрупкие, будут отваливаться, падать на крышу, лететь на крышу. Очень много сухих было уже веток на этом дереве. Вот даже висит там сухая ветка, там еще было, как бы, все это дело падало. Ага. Вот одну, да. Тут еще толстое вон дерево одно срублено. Козы-то куда идут? Так я пройду, покажу. Оно пустое, правда, но труба, он тут трубу вбил в дерево. Ну, такие дела, друзья. Теперь надо все это убирать, пилить, расчищать. Сколько еще работы теперь прибавилось? Чё? Вот это вот дерево. Нет, я распиливать его буду. Этот забор тоже, блин, сюда его прижали, где к этому забору, чтобы спасти его от
отсюда сняли его и поставили сюда. И в итоге один фиг, ветка сорвалась и раздолбала тут вон забор. Вон Лера уже. Что там делаешь-то, эй? Зачем залезла? Че? Они ушли, надо их обратно говорить. Надо обратно, да. Слушай, надо из какой-нибудь ивы сделать этот. Скамеечку и столик для тех, кто приезжает. Так я говорил, вот. Если его пилить тоже вон там где-нибудь наверху, то можно очень прикольный стол. Скамейку можно прям сделать. Ну да. Столик поставить, нарубить пеньки и будут кору с эти кушают. Сидушки. Смотри, кору едят. Сэкономили на сене, да? На несколько дней. Вряд ли. Да они на самом деле вообще мало кушают. Еще маленький. Козы! Козы! Козы, вы куда? Козы! Что-то убежали. Стелла! 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 Стелла, иди сюда! Иди быстрей! Ты где была-то? Одумались? Очень большое было дерево. Марик! Марик, ты чё? Ну их надо обрабатывать красиво, чё? А? Обрабатывать надо красиво. Ну, они, наверное, дрова сюда пойдут. Вон и стоит.
красивый, да? Да. Я делаю же даже такие кружки, нарезают кружочки. Ага. И как спинку из этих кружков. Да. Только обработать надо. Вон прям на скамейку перед домом поставить. Ну не перед домом. Там где-нибудь. Или когда конюшню здесь построим, здесь где-нибудь. Ты что делаешь, а, Стелла? Она озорница. Марик, иди сюда, иди. Иди сюда, получишь тут сразу. Нет? Тут... Еще ведь не уходит никуда, да? Нравится им, только линяют они. Все, весна раньше времени. Ну, не, смотри, какой хохолок, как у лошади. А? Хохолок этот, как его называется? Наш козлина. Грива, как у лошади. Тут, кстати, подшерстка вообще нет. Вообще. Паразитов нету. Но обработать надо как-то. Так если ему даже эта вкусняшка, мармелад не нужен, да? Походу ему вообще нравится. Ну, ведь ручной козлина. У нас же Геннадий был, помнишь? Ну, Ген-то вообще ненормальный был. Вообще не адекватный. Его 2 года держали в сарае. Извини меня, кто адекватный будет? Ну да. Он родился, на улице не был. А Цезарь у нас на улице гуляет. Так он деловой. Уже какой большой. Больше всех кос, а ему еще года нет. Ему 9 месяцев только. Он социализированный просто. Вот это надо почесать. Кого? Вот это. Ну, наверное, не захочет. Вот он. Может, давай. Вот так почешу. Ой, стой. Вот. Да стой, ты не бойся. Вот хорошо. Вот. Так ты меняешь, ну? Не хочет она. Ладно, иди. Беременна еще, скинь мне. Так иди сюда, я тебя почешу. Вот это хочет. Вот эту оставим на племя. Да. Они плоховато выросли, потому что они плохую оценку уже. Ну, еще вырастет, может. Это тоже за радость. Так это всегда за радость. Это тоже что? Это ужасная шерсть у нее, блин. Они линяют сейчас все. Тоже нравится, да? Это... Из группы кослявых. Не хотят. Кослявые. Цезарь! Цезарь! А. Вон у тебя еще ромашка подошла. Все. Все ушли. Проверка же. А, где-то это никто совсем. Что мне нужно? Все, ушли. Где она хочет?
Лера свинью положила. Дрессированная свинья даже у нас, короче. Она забор обвалила просто. Все стоит, не двигается. Ездить мы не можем пока. Ну да. Всю зиму нормально мы не ездили. То гололед, то что. Сейчас опять все в дерьме, в гололеде. А туда в огород мы не можем пойти. Потому что уже снег растаял. И они копытами, получается, землю продавят. А там косим мы. Вот. Так что пока особо ничего не делаем. Уже линяют, все. Февраль месяц. Все. Не знаю, сегодня вообще плюс 5 у нас. Даже не обросли нормально. По сути. Топас вообще чуть рыбку не пришиб. Но большая стала. Девочка. Да, красавица. Ладно, чё? Чё, скажешь что-нибудь? Чё сказать? Не знаю. Всем пока. Ладно, друзья, давайте всем пока. Пока. Вот сегодня такой день у нас. Сегодня день рождения у Саши. Ну да. Поздравьте с днём рождения, отправьте подарочек. Мне. Мне не. Саша на день рождения. Ладно, шучу. Ладно, давайте, друзья, всем пока.